Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Так, дорогие мои подписчики, мы сейчас подошли к линии 23, павильон 74. Девочки, я вам сейчас буду показывать красоту, потому что нас встречает вот такой мишка. И, конечно же, вот такие шикарнейшие сумки. Производство Тайвань. Производство Тайвань. Поэтому мы сейчас, вот стоят здесь хозяева, продавцы, и они нам расскажут, как и почем, и где эти сумочки. Так, мы начнем, наверное, давайте. Здравствуйте. Здесь, здравствуйте. Можно вот эту вот сначала распродажу хочу? Да, здесь покажите. Модели, которые на распродаже. Почему? Потому что остались они все по одной, по две штучки. То есть, чтобы дальше не заваливать, мы делаем скидочку на эти модельки, поэтому... Здесь по 1500, смотрите, да, какая красота. Модельки по 1500. Все сумочки, то есть многие подходят, спрашивают, а вдруг там брак, почему они здесь? Нет, здесь никакого брака, ничего, просто то, что по одной штучке. Такие, смотрите, классные. Зайдите обязательно, девочки. Вон. И джинсовые. Да. Это пощупайте, это натуральная джинса, натуральный хлопок. Да, у каждого да. На штанах такие есть. Да, такой интересный вот. Тоже 1500. Ага. Так что, девочки, мы начали с распродажи. Я тоже обратила на них внимание. И это расскажите, пожалуйста, нам, это тоже 1500? Это тоже 1500. Эти большие рюкзачки чуть дороже, они по 2000. По 2. Да. Ага. Это вот уже это... все, то есть это уже новиночки. А, давайте начнем с того, что это... У нас тайваньский бренд, называется Самау и Кримбир. Сейчас дальше вам покажу. То есть кошка это Самау, медведь это Кримбир. Также наша фабрика производит сумки бренда Бетти Буп. Ага. Я вам дальше покажу все. Вот этот рюкзачок тоже 2000, да? А, нет, эти рюкзачки 3500. 3500, да. Бренд оригинальный, все сумочки дизайнерские, все сумочки эксклюзивны тем, что, во-первых, они в Россию приходят в ограниченном количестве, угу. Вот, и модели, после того, как они закончатся, они не повторяются, то есть постоянно идет обновление товара. Грубо говоря, в месяц 5-6 новых моделей приходит, то есть постоянное обновление товара, да, разные цвета, то есть вот, допустим, на 8, да, скажем так, красное с черным, да, также ультрамодный цвет, это вот серебро, ага. Две маленьких сумочки, рюкзачок. А сколько цена сразу нам, скажите? Сумочки по 2500 маленькие, рюкзак 3000. Ага. Там также, то есть, обратите внимание, очень интересно, летом был очень популярная расцветочка, такая, большая сумка. Можно, да, да. Большая сумка 3500, маленькая сумка 2500. Угу. То есть все в таких пределах. Для брендовой сумки, для качественной сумки, это смешная сумка. Ну давайте вот сюда, конечно, здесь просто рай, девочки. Давайте, я даже не знаю, давайте вот с этих нижних начнем. Хорошо. Цвет красивый такой. Вот с этих или с... Вот эти давайте, вот эти. Ага. Да. Все сумки у нас представлены сериями. То есть от самой маленькой до, скажем, до большого рюкзачка. Вот. Угу. Цвет серый, да, серо-сиреневый, да, можно так. Серый, короче говоря, да? Очень модный сейчас. Серо-бирюза у нас. Да, серо-бирюза. На осе сейчас очень модно. Ну, да. Моделька, допустим, вот такая вот, да, с широким ремешком идет, кроссбоди, да, ничего лишнего, в то же время очень удобная, комфортная. Угу. Два отделения внутри, посередине замок. Да? Ничего не будет у вас теряться, болтаться. И я обратила внимание, тут висит кошелечек. Конечно, как ключница. Да, ключница. Для мелочи. Мелочи то, да. Также модель саквояж среднего размера. Угу. Вот. Потом классическая сумка. Угу. И, ну, и, рюкзачок, соответственно. Да. Практически во всех моделях есть рюкзаки. Угу. Так, пойдемте. Вот эти брусничные тоже. Цена сколько? Цена у них 2000, маленькая, 2500 круглая сумочка. Угу. Также всех ремешок. Здесь
получается, сумка как вечерняя, да? На выход. Откройте. С цепочкой. Её, давайте откроем ее. Ага, во-во-во. Ага. Нормально такой вход. Да, 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 вход удобно. Новиночки получили недавно. Сложи все аккуратненько. Так, давайте вот косметички смотрю. А, у вас сумочки. Сумочки. То есть такие, девочки, да? Их используют как сумки, и как косметички. Mm-hmm. Да? То есть можно и так, и так. У всех есть и короткий ремешок, и у всех есть длинный ремешок. Цена их, эти сейчас модели со скидкой, у них 1200. Эти все модели по 1500. Тоже с длинным ремешочком. Угу. Комфортные, удобные сумочки. То есть сложил маленький кошелек, телефончик, паспорт. И хоть на каждый день, хоть дорогу, в поездку. Смотрите, девочки, какие расцветки. Я вам сейчас покажу. Разные. Классные. Так, а вот эти сколько? Здесь моделька поясная сумочка у нас. Она в двух размерах представлена. Вот, то есть свое крепление на свой пояс, также есть в комплекте и пояс, и ремешок, как кроссбоди носить ее можно. Цена ее 1500 рублей. Тоже наша брендовая фирменная вещь. Вот эти тоже классные, смотрю. И это очень интересные модельки, очень интересные сумочки. То есть идет наш брендовый ремешок, ремень широкий, носится сумка как кроссбоди. Она в меру мягкая. Да, и в то же время она не совсем такая, как не как сплошня, да, можно сказать. Два кармана, карман на замке, еврокармашек большой, вот, и очень вместительная. То есть на каждый день ее отлично использовать. И также вот есть, да, предоставлено синий. В синем цвете, да, под джинсы, тоже все классно, да. Цена 1500 рублей. 1500 рублей, девочки. Также есть и опт, и розница. Угу. Вот эти вот тоже обратили. Поясные сумочки. Тоже очень популярная моделька сейчас. На прогулку девочки с собой берут ее, да, то есть где-то на велосипедах, спортом заниматься, чем хороша. Также крепление на свой пояс ее можно сделать. В комплекте ремешок, который регулируется, очень широкий диапазон регулировки. То есть можно ее сделать как поясную на своем ремешке зацепить, так же как кроссбоди, причем на разный рост. Вот, три отделения. Здесь маленький отдел, там что, карточки, не знаю, получить. Сзади отдел под гаджеты. И большой широкий отдел на всю сумку. Да, также. Внутри посмотрите, как все прошито, как сделано, то есть везде вставочки, материал, подкладка тоже, видите, все брендированное, все сделано по уму, как положено. И покажу, девочки, смотрите, какие расцветки в синем цвете и в бордовом цвете. Да. Цвета красный, тоже синий. Есть. И также и в опт, и розницу. Все сумочки продаются, опт и розница. Розница, мы называем цену, а оптовики... Пожалуйста, визиточку, мы все поставим, и вы можете заказать. Так, вот эти вот, что это такие за планшеты? Как кошелечки тоже, кошелечек, да? Кошелечек или сумочка, да, то есть у нее длинная цепочка. Сейчас уберем лишнее. Идет длинная цепочка, можно как кроссбоди ее носить, да. Также у нее есть ремешок, как барсетку, отделение как под кошелек отдельным, и отделение... Вот телефон, можно сюда карточки складывать, то есть как готовый большой кошелек. Да, куда-то на каждый день так вот выскочить где-то что-то. И смотрите, разные расцветки. Да, также... 5 расцветок, вот они внизу лежат еще. Вот вижу, да. Разные расцветки, также можно приобрести кошельки, посмотрите, оригинальные, красивые и побольше, и поменьше. Разные размеры. Разные размеры. И скажите, пожалуйста, цены этих кошельков. А, значит, вот. Кошельки, большие кошельки 1200, маленькие кошелечки 1000. Вот эти оригинальные, да? Тоже. Сколько вот эти вот кошельки? Батибук кошельки, они по 1500. 1500. Посмотрите, какие. А вот эти вот сколько? 1500. 1500. Да, тоже в двух размерах. Угу. Моделька называется «Троечка». То есть тройное открывание под купюру есть, вот, и визитки, и под документы.
Очень классные кошельки. В двух размерах. И здесь также предоставлены еще вот варианты кошельки. Вот эти коричневые, сколько вот в коричневых цвет? 1500. 1500 все, да? И молодежки вот такие интересные. Сейчас я проведу немножко вам, девочки, кошельки, чтобы вы могли... Размеры разные, есть кошечки побольше, есть кошечки поменьше, кто какие любит. Также есть вот такие поменьше кошельки, побольше. Мы сейчас вам цену тоже сказали. Но я вам показываю расцветочки, чтобы вы могли видеть и может кто-то выбрать. Цветов очень много, расцветок очень много. Сейчас такие, завтра другие еще придут. Ага. Давайте вот эти вот сумочки прям ждут. Новиночки, это мы получили недавно. Первый раз наша компания выпустила рисунок такого плана. То есть это не пришитый рисунок, как у нас раньше, да, был, или покрашенный. Это именно выдавленный рисунок 3D. Рисунок 3D. То есть посмотрите, как он сделан. Да, очень да, интересно, видите? Понимаю. То есть такая интересная вещь. Да? И также сколько цена? 2500 маленькие сумочки, 3000 большой рюкзак. Так, давайте вот к этой моделечке. Вот тоже моделька. Рюкзак стоит 3500, формата А4. Лямки здесь сделаны тоненькие, то есть он как городской рюкзачок сделан. Угу. Каркасный. Здесь вот такая вот интересная сумочка идет. Угу. И сколько? 3500, 2500 модельки стоят. Вот пушистики, давайте очень покажем. Очень любят девочки вот такие вот модели. То есть с шубой сейчас на зиму отлично будет. Два цвета квадратных, розовый и серый. Два цвета круглых, сейчас розовые принесу. Также серая и розовая. Мягенькие такие. Ага. Мягкая, классная. Да. Внутри тоже, и смотрите. Вот такой розовенький. Пудра. Цвет пудра. Да. Такой вот красивый. Внутри, то есть покажите. Классический хлеб, два отделения и ремешок 20 сантиметров цепочки для эстетики, и остальное все идет кожаный ремень. Угу. Вот такие так, коричневые вот эти тоже. Да, здесь представлена модель. Да, они как заплатки такие интересные, необыкновенные сделаны. То есть здесь модель шопер, студенты, да, женщины. Такие модели носят, то есть кто любит сложить побольше, но сумку именно, да, формат 12 дюймов, маленький ноутбук сюда входит, да, ну также А4 формат, естественно. Цена 3500, рюкзачок большой 3000 рублей, рюкзачок маленький 2500 рублей. Вот эти вот покажите. Да, вот это тоже новиночки получили, две модели. Моделька маленькая сумочка, да, и маленький рюкзачок, то есть городской рюкзак на каждый день. Все, где замочки, это все функционально. То есть кармашек здесь, карман обязательно сзади представлен. То есть для дорогих сердцу вещей поближе к себе, да. Также кошелек, телефон, все сложить здесь. Также в этой модельке есть ключница. Здесь и здесь есть ключница. Вот эти черные тоже смотрят. Черные, да, очень интересная модель, новый рисуночек получить. То есть он кажется как просто черный, да, цвет, но в то же время да, вот эта надпись, он придает свою такую эстетику, да, красоту свою. Да. Моделька полукруглая, классическая сумочка. Потом вот такая сумка такого размера, да, как прямоугольная. Ну, естественно, большой рюкзак. И цены скажите, пожалуйста. Маленькая сумка 2500, сумка побольше 3000, рюкзак 3500. Вот эти рюкзачки, да. Давайте. Цвета разные. Три цвета получается: красный, черный и коричневый, да? Ближе к шоколаду, можно, да, сказать, темно-коричневый. Два размера. Размер маленького рюкзачка, городской рюкзачок и рюкзачок большой. Эти модели у нас очень любят мамы. То есть маленький рюкзачок дочки и большой рюкзачок себе. Вот так же. Мама дочки. Да, мама дочки. Здорово. Как это называется? Мама лук, что-то такое, короче говоря, да? Когда мама с дочкой идут с одинаковыми. Здорово. Да. У меня дочь любит так одеваться. Это очень интересно, это очень красиво смотрится. Плюс
когда вы, то есть, встречаете рюкзак, да, с таким рисунком, их ни у кого нету, да? Еще раз повторюсь, что вещи приходят в ограниченном количестве. Грубо говоря, половина уходит по России к нашим партнерам, франчайзи, все остальное остается здесь. И для Москвы, то есть даже 50 рюкзаков такого плана, это капля в море. То есть у каждой третьей этих вещей не будет. Вот очень интересная моделька, да, зимний вариант. Да? Кремовый медведь. А, медведь. Да, это тот же медведь, просто наполовину спрятан. Чем интересно? Во-первых, цвет сейчас популярный, обожаю, да, бронза. Этот цвет. Очень любят. Я очень любят девочки этот цвет. Да? Сейчас переобуваются, то есть обувь, да, где-то какие-то вставочки именно бронзового такого цвета. Вот, они отлично смотрят. И в то же время можно сказать, что ничего лишнего. Правильно? То есть никаких ярких, аляпистых вещей. То есть это для тех, кто любит вот поскромнее, но в то же время. Также цена 2500 за сумочки и 3000 за рюкзаки. Давайте рюкзаки вот эти, только большого размера. Вот эти модельки. Классика. Которую любят многие. Да, классика, которую любят многие. Рюкзачок 3000, сумки по 2500. Вот здесь. Очень интересные модели. Да. Цвет темно-коричневый. Вот такими интересными замочками, скажем так, да, и моделька мягкая, но в то же время жесткое дно, да, и полужесткие бока. То есть если сумка будет полупустая, она не будет висеть и болтаться. Еще один из таких интересных моментов этой сумки, сейчас я достану, покажу. Здесь идет вот такой широкий ремешок. Сейчас очень популярный. Осени вообще сейчас. Да. Прям да. К осенней листве. Да? Ну, можно и так подобрать. Красиво будет. Да. То есть вот такой вот интересный широкий ремешок. Тоже по цвету. Красиво. Также на большой сумке три размера, то есть сумка маленькая, да, с двумя отделениями, сумка большая, как саквояж сделан, да, с одним отделением, но также с карман наружный и два внутренних кармана и большой рюкзак тоже, смотрите, какой интересный. Во-первых, здесь лямки идут вот такого плана, то есть необычные сами по себе, да. Да. Отлично будет подходить сейчас дубленочкам, курточкам, да, и рюкзачок. Он сам по себе просто интересный. Большой, очень вместительный, да. Также верх мягкий, бока и дно жесткое. То есть он даже рюкзак стоит 3000, сумка стоит 2500 и 3000 большая сумочка. Такая очень интересная модель. Да, очень. Каждая сумка, вот идешь, и прям у меня вот так аж рот раскрывается. Давайте спасибо, посмотрим вот стараемся. Эти. Да, модельки очень. Я давно вас заметила, модельки ваши. Классика. Классика. Черная, белая, немножко серая полоска. Да, модель с классическим красным ремешком. Красная ручка, да, и красный ремешочек здесь идет. То есть тоже сам по себе очень красиво. Вот такая вот модель. Необычная. Очень необычная сумка. На, ну, скажем, можно сказать, что вечерняя, да? А цены вот эти сразу скажите. 2500. То есть маленькие сумочки, да, у нас стоят 2500. Также моделька сумка-рюкзак. То есть можно и как рюкзачок, и как сумочку ее носить. Тоже очень популярная модель нашего бренда. Саквояж. Черный саквояж. Опять же, ничего лишнего, классика, да, сова. Немного там камушков, да, но смотрится в то же время очень оригинально, очень интересно. Цена? 3000. Давайте вот этих мишек. Вот эти вот модельки, да. Посмотрим все, да. Очень полюбили девочки вот эту расцветку, эту модель, да. Классический неумирающий флэп с двумя отделениями и посередине, как всегда, кармашек. Классическим черным ремешком длинным, да? Квадрат — это модный сейчас размер, модный вид сумки. Вот. Опять же, классическая такая сумка,
Интересно. Также есть длинный ремешок на плечо, кармашек сзади. И внутри два отделения. Очень красивый. Сколько цена вот эта? Сумка 3000, сумка-рюкзак также 3000, маленькие сумочки 2500. Спасибо. Давайте вот, вот сюда. Вот бомба нашей продажи, хит продаж, так сказать. Да, моделька. Молодежь, да, вообще, наверное? Ну, не только молодежь. Как показывает практика, 80% наших клиентов это от 30 и туда, за шкал, наверх. То есть, опять же, цвет черный с бронзой, да, и плюс очень интересно, необыкновенный рисунок, как на сумке, так и на рюкзаке. Рюкзак 3000, сумка 2500. Это наши, одни из лидеров продаж. Вот моделька. Котики. Да, котики. Яркие, светлые, в то же время синие. По джинсу обалденно смотрится. Маленькая сумочка, батончик я ее называю, да. На каждый день, то есть два отделения положили, большой кошелек сюда входит, да, также любой телефон, естественно, по размеру входит, ручка кроссбоди, все, что нужно, да, на каждый день, то есть где-то в машину девочки с собой, там, документы и прочее положили. Цена 2500, вот такой вот саквояжик, тоже не такого нестандартного, скажем, вида, цвета, да, карман наружный, без закрытия. И внутренний кармашек с одним отделением и еврокарманы на замке. Также у всех задний кармашек идет. Это очень важно, очень многие прям принципиально нужно такой карман. Ложат гаджеты туда. Бомба. Бомба, да. И маленький рюкзачок. Маленький рюкзачок, он делается как на одно плечо. Многие девочки любят носить, застегнули широкий ремень, да, также расстегнули, как рюкзаком его носить. Когда на одно плечо носят девочки, он перестегивается, допустим, на левую, значит, вот так вот перестегнули, на правую перестегнули, и он не болтается, удобно висит, да, лишняя лямка не болтается. Также кармашек сзади. Сколько он? 2500. Ага. Здесь все модели по 2500. Маленькие вот модели. Эти, давайте, парашютики. Да. Парашюты, да, все верно. Классический флэп, но в чем его разница? Он немного больше размера. То есть он побольше относительно других. Угу. Два отделения, да, ничего лишнего, карманы внутри. Удобная, комфортная сумочка. Угу. Для тех, кто любит с собой брать побольше. Также маленький рюкзачок и большой рюкзак. По 2500 эти модельки, 3000 большой рюкзак. Такая яркая, интересная модель. Тоже мамы берут маленькие дочки, большой себе. И на прогулки, на каждый день. Вот так вот. Красно. Давайте вот эти вверху. Расскажите тоже. Вверху, да. Модельки на распродаже сейчас. Там мы в самом начале видели классический шопер. Размер 12 дюймов. Да, и большой рюкзак. Все эко-кожа, все также качественная, интересная, очень интересная модель. Цена? Сейчас они по 2000. И вот эти синие, которые мы тоже видели. Классные. Здесь на свету чуть-чуть поярче смотрится. Да, да, я вообще поэтому... обалденная. Юг у нас все, практически все эти модели забрал. То есть Сочи, Краснодар, оптовики к себе увезли. Классно. Потому что модель... очень интересная, то есть комбинация белого с синим цветом, плюс необыкновенный рисунок, якоря. Куда-то на море, да, девочки собираются, вот модель, то есть сюда можно сложить вещи свои, да, потому что он большого размера сумка, да, туда много чего влезет, да. И также где-то в город вышли, да, кошелек, документы, что с собой положили. В кафешку где-то прогуляться, взял. Да. То есть не надо с собой большие сумки таскать и не переживайте, что что-то. Давайте вот эту вот. Этот ряд у нас практически все классика. Да? То есть полюбившаяся нашим девочкам модель саквояжа. Да? Два боковых кармана, два отделения, карман сзади, да, также ручка через плечо, ручка не длинная, кроссбоди она не делается, ну такие сумки как бы так не носят, вот. Цена 3000 рублей и сумки, и 3000 рублей рюкзак большой.
Давайте рюкзак большого размера. Угу. Здесь также представлена сумочка-рюкзак 2500. Классическая сумка. Можно. Угу. Да, классическая сумочка и рюкзак большой. Один из хитов, лидер продаж наших, тоже вот эта моделька. Сколько цена? 2500-3000. Угу. Давайте вот эти вот, вот посмотрим. Да, вот тоже. Эти аж 4 представленных. Да. Обычно, да, обычно в серии 4-5 штук. Обычно. Угу. Вот. Здесь тоже идет маленькая сумочка кроссбоди. Сумка с акваяж, похож, как вот коричневую мы вам показывали. Угу. Просто чуть-чуть размером поменьше. Вот. Такие же интересные застежки. И у всех идут вот такие широкие ремни. Это, кстати, очень удобно. Это очень удобно. Ни плечу не давит, да, ничего. Да, да, да. Кстати, ремень по длине практически на любой рост девушки он подходит как кроссбоди. То есть через плечо носить. Угу. Угу. Так, и сколько вот цена вот этих? 2500, 2500, саквояж 3000 и рюкзак большой тоже 3000. Угу. Классический саквояж. Тоже вот сейчас и на осень тоже хорошо. Отлично. Вот это, да, вот этот расцвет сейчас на отлично будет. Здесь ой, такое посмотрите, большое закрытие идет. Угу. Вот. И внутри получается карман на замке. Да? И также большой удобный вход для рюкзака. Вся фурнитура брендовая, вся фурнитура фирменная. Обратите на это внимание. Качество фурнитуры очень хорошее. 2-3 года она не облазит, не белеет, ничего с ней не будет. Угу. Также сзади кармашек есть. Угу. Так, вот эти вот тоже, да, интересные. Каждая сумка по-своему, она вот, да, красивая. Очень элегантный рисунок здесь. То есть моделька кроссбоди. Сумочка ничего лишнего, но в то же время за счет формы, за счет рисунка она очень элегантно, очень интересно смотрится. И вот такой вот пумпончик, да, здесь есть под цвет коричневый тоже. Сколько? Цена 2500 маленькая сумочка и 3000 классическая, да, побольше сумка. Угу. Также на всех сумках есть ремешок кроссбоди. И есть также через в цвете пудры, да, пудры или брусника даже больше выходит. Ну, да? Пыльная роза. Ну, да. Мы называем как пыльная роза. Да, также, да, здесь маленькая сумочка, потом классическая сумка и маленький рюкзачок. Угу. Рисунок очень интересный, девочкам очень нравится. Неумирающая классика. Сумки в трех размерах, точнее вот так правильно будет сказано. Два размера сумок, да? Классическая сумка, потом вот такая сумка, чуть-чуть побольше. Большая, вместительная, удобная сумка. Да? Здесь также кармашек. Сумка-рюкзак. Тоже популярно. Многие любят носить как сумочку. А, интересно, да. Да, здесь нужно отрегулировать. То есть она одевается как сумочка и висит вот так вот снизу, да? Также переделывается, то есть лямки растягиваются, кто как любит носить, да? И одевается как рюкзачок. В чем плюс? Все лямки изнутри прошиты ТБшной веревкой. То есть она не будет тереть ни шубу, ни куртку, ничего нехорошего, скажем так, с верхней одеждой она не сделает. Ну да, это плюс. Это очень большой плюс, это очень важно. И по качеству материал здесь пощупайте. Мягенький, аккуратный материал. Да, да, да. Здесь классно. Также внутри, видите, отдельно сделан карман. Гаджеты можно положить, да, и два кармана на замке и еврокармашек снаружи. То есть евростандарт. Евростандарт. Также рюкзачок есть. Да, также большой рюкзак представлен для любителей рюкзачков. Представим большой рюкзак.